Здесь у меня на этот счет двоякое мнение, потому что, во-первых, хочется сказать, ну куда вы лезете, это же природа. Это природа, и все, что нам дано, нужно это принимать, но не пытаться с этим бороться. С другой стороны, если бы мы все принимали, то не было бы сейчас каких-то, я не знаю, вакцин, да, от очень таких пагубных болезней, которые ведут к смерти. Люди не боролись бы с раком, многие же борются, многие же вылечиваются, они живут. И с другой стороны, вот как раз-таки, наверное, это плюсы развития, но оно нам необходимо в этом плане. Но к чему это приведет, только Богу известно, мне кажется. А может, и ему даже неизвестно.